Ну, это довольно-таки неприятно. Я вот как раз сейчас сидела в комнате и включали музыку здесь на фан-зоне. И басы, ну то есть при закрытых окнах не так слышно шум, но басы как-то проникают и начинает голова от этого болеть. Студентам разве не нравится, ну, дискотека, атмосфера, музыка? Ну, может быть, нам бы это не нравилось, если бы это было не у нас под окнами целый день во время сессии. Een paar dagen geleden deed ik hier live verslag en door de herrie kon ik mezelf toen amper verstaan. Maar 5.500 studenten wonen hier vlakbij en zij zitten constant in de herrie. Dit is een heel mooi gebouw. И почему-то считают, что вот красотой этого здания важнее пользоваться, чем прямым назначением, это местом для обучения. Были профсоюзные активисты, которые обращались в ФИФА на имя Джованни Инфантино, но никакого ответа на это не поступило. Для России это, конечно же, типично. В России все так делается, все так решается. Никогда у граждан ничего не спрашивают и всегда пытаются как-то замалчивать проблемы, давить на людей, когда они выступают на активистов. Студентов вызывают на какие-то беседы воспитательные в университете, когда на студентов и их даже родителей давят со стороны ФСБ, и поэтому, да, не все готовы так рисковать своим обучением даже в университете. Нам уже нечего, наверное, терять. Мы уже много раз светились и на пикетах. И, ну, в общем-то, если бояться, то ничего, сложно что-то поменять.